8 государств против Катара. Список стран, которые разорвали дипломатические отношения с Эмиратом, увеличивается. О бойкоте задумались и в Германии. Правда, не о дипломатическом, а о спортивном. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Кто о чем, а немцы о футболе. В разгар дипломатического кризиса в Германии вспомнили о чемпионате мира по футболу, который Катар готовится принять через 5 лет. Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, не исключено, что мундиаль у Катара отберут. Дескать, негоже проводить такие масштабные турниры в странах, которые подозревают в поддержке терроризма. ФИФА заявление немецкого спортивного функционера пока не прокомментировала, как, впрочем, и дипломатический кризис вокруг Катара. Представители федерации только сообщили, они находятся в постоянном контакте с властями страны, да и времени, чтобы найти политическое решение, более чем достаточно. Катару сейчас, впрочем, явно не до футбола. Дипломатические отношения с Эмиратом уже разорвали 8 стран. Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Некоторые из них также закрыли свое воздушное пространство для крупнейшей авиакомпании региона – Катар Эйрвейз. Я забронировал билет Виталию из Эр-Рияда и пришел узнать, что теперь делать. В авиакомпании мне сообщили, что все, кто летит в течение ближайших 3 дней, получат денежную компенсацию, либо будут перерегистрированы на рейс других авиалиний. Жители Катара в панике. Как сообщают местные СМИ, люди опустошают супермаркеты, чтобы запастись продуктами питания. Большую часть продовольственных товаров Эмират импортировал через территорию Саудовской Аравии. Власти Катара тем временем призвали соседей не обострять конфликт и как можно скорее найти выход из кризиса. Переговоры по урегулированию могут начаться уже в ближайшие дни. Посредником согласился выступить Кувейт. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.